еще. Смотрите, у нас будут не простые часы, а с новогодней тематикой. Мы будем делать очень красивую работу. Она называется сложно, да? Мы будем с вами делать декупаж. Декупаж, да, когда у нас с вами будет заготовка и будет вот такая вот картиночка, она будет немножко разная у всех, да? А декупаж это по сути, когда салфеточку с красивым изображением, очень тоненькую, приклеивают на что-то. И получается, как будто этот рисунок сделан на часах. Но еще у нас будет задача чуть сложнее, потому что мы с вами будем учиться делать не просто декупаж, а делать его очень красивый. И будем учиться делать кракелюры. Слышали такое слово? Знаете, что это такое? Это такие трещинки. Они появляются, когда вещь какая-то очень старая, со своей историей. Да? Будет впечатление, как будто вы сделали часы, как будто вы их не сделали, а нашли или купили за очень-очень большие деньги. Но, чтобы все у всех получилось, вы сейчас слушаете меня и слышите каждое мое слово. Все, что я буду говорить, если вы сделаете что-то неправильно, будут не часы, но будет какая-то такая грязная дощечка. Ничего не получится. Итак, первое, что нам с вами нужно сделать, правильно положить перед собой часики. У нас, знаете, была одна девочка, она положила часы вот так. Получится так время узнать? Нет. Нет, конечно, все перепутано. Верхняя циферка какая должна быть? Что-то как-то вы не уверены. Точно все знают? Какая цифра? 12. Хорошо. А цифра 6 должна быть внизу. Да? Итак, у нас с вами сейчас будет много разных предметов перед нами. Первое, что вы получите, деревянную заготовку и вот такой файлик. Файлики будут лежать. Салфеточка, очень важная штука. Кисточка, тоже важная штука. Маленькая губка. И часовой механизм. Приходит он ночью, и поэтому такая как бы темнота вокруг. На
нам нужно сделать эту темноту. Но смотрите, вот вы приложили Деда Мороза и увидели, что вокруг много пустого пространства. Да? Мы очень аккуратненько берем нашу губку. Красочки вам тоже раздадут. Губку, смотрите, что я делаю. Я беру палитру с красочками. Здесь только темные цвета, так и должно быть. Это те цвета, которые будут потом в трещинках. Да? Немножко, смотрите, да, вот на губку я взяла краски. И мы начинаем по нашим часикам прыгать. Везде, везде, везде. Не оставляя пустых пространств. Везде проходим. Кроме того места, где кто будет? Ну, Дед Мороз или наша картиночка. Вот это место мы не трогаем. Но все вокруг мы закрашиваем. Сюда не залезаем вообще. Договорились? Иначе потом все будет, салфеточка превратится в грязную, и будет не Дед Мороз, а какое-то маленькое чудовище, да? Такого мы не хотим с вами. Можно, смотрите, да, где-то будет более такое синенькое. Можем добавить чуть-чуть зеленого. Вы знаете, есть ребята, которые вот берут палитру, увидели, и сделали вот так. Как вы думаете, что получится? Грязно, да? Вот у нас не чистые часы, а какое-то безобразие грязное. Зачем? Да? То есть мы с вами красочки не смешиваем. Мы их понемножку берем, сочетаем друг с другом. Смешивать их чуть-чуть можно, но на самой работе. Да? Когда мы с вами закрасили весь циферблат, осталась только серединка. И все у нас уже красивое. Мы берем с вами очень смешную штуку. У нас будут вот такие, мы раздадим на столы, потому что его нужно совсем чуть-чуть. Иначе, ребят, он будет очень долго сохнуть. Это кракелюрный лак. Очень крутая штука, которая нам позволит создать совершенно замечательный эффект трещинок. И только на нашу красочку. Начинаем кисточкой очень аккуратно наносить. Главное, чтобы наш первый слой высох. Если красочка перестала блестеть, значит, можно покрывать кракелюрным лаком. Пробегаем кисточкой очень аккуратно. Но, смотрите, мы не втираем. Знаете, как бывают малыши, они берут кисточку, так поставили. Кисточка лохматая, страшная, они трут. Кисточка страшная, все перемешалось, ничего не получилось, да? Вы же когда берете бутерброд и, я не знаю, кладете на хлеб сырочек, да, или там колбаску, вы же не начинаете давить на эту колбасу и возить по бутерброду, правда? Вы кладете очень аккуратненько и сразу делаете следующее место. Вам нужно будет покрыть вот все, что вы закрасили, все краешки цветные, сразу покрыть кракелюрным лаком. Берем его понемножку и расходуем аккуратно, иначе не просохнет. Дальше. У нас уже все вокруг красивое, темное, с кракелюрным лаком. Он сохнет. Дальше мы оставляем наши часики и берем нашу салфеточку. Да? Смотрите. У нас есть салфеточки небольшие, и тогда все уместится прекрасно. А есть большие, смотрите, она не умещается. Что же с ней делать нужно, знаете? Смотрите, докупажные карты вообще никогда не режут ножницы. Все краешки, кстати говоря, если у вас маленькая карта, все равно видите некрасивый белый краешек. Вы очень аккуратно пальчиками, вот так вот. Смотрите, тут нельзя ее разорвать пополам, да, так скажешь, что я сейчас... Не получится. Мы с вами очень аккуратно, смотрите, я так пальчиками, так пинцетиками зажимаю, да? А вот этим отрываю ненужную полосочку. Отрываю по кругу, вот так вот, да? И смотрите, если я случайно оторву Дед Морозу голову, будет страшно? Кому не нужен Дед Мороз без головы? Нет, конечно, да?
Но при этом я же знаю, что у нас не очень умещается, да? Я, пожалуй, да, вот так вот пройдусь по его ножкам, потому что потом я это место все равно подкрашу. Да? Все, мы всю нашу салфеточку по кругу, аккуратно, не залезая никуда, где мы не хотим, чтобы порвалось, мы пальчиками зажали, и там уже ничего у нас с вами не оторвется. Да? Прошли мы нашего Дедушку Мороза. Получилась у нас вот такая вот вырезанная история. Только мы не вырезали, а пользовались нашими пальчиками. Ой, он прям прекрасно умещается, как чудесно. Дальше. У вас на столах вот есть чистая водичка, а есть такая белая водичка. Это не водичка, это клейква. Но наша кисточка вся в крокелёрном лаке. Мы ее очень хорошо купаем. Прям чтобы она искупалась, поплавала в чистой воде. И дальше, друзья мои, мы с вами обязательно вытираем ее о полотенчик, о салфеточку, да? Чтобы она была сухая. Берем наш клей ПВА и закрашиваем, вот чтобы все, вся серединка часов у нас вся искупалась в клею. Прям вот можно здесь его не жалеть. Но не так, чтобы были огромные капли, да? А чтобы хорошо везде, нигде не было сухого места. Это тоже очень важно, иначе все будет вздыматься. И видите, и эта часть у меня чистенькая, да? Она деревянная. Дальше. Положили нашего Деда Мороза. Положили, и смотрите, что мы делаем. Кто маме помогает, умеет подметать? Поднимите руку, кто умеет подметать, помогая маме? Так мало народу, остальные вообще не помогают мама. Молодцы, хорошо, пылесосить тоже прекрасно. Смотрите, когда мы с вами подметаем, да, мы от краешка в комнаты движемся в центр, а здесь все наоборот, пальчиком поставили в серединочку картиночки и начинаем нашего дедушку или нашу салфеточку размазывать, да, то есть вот от центра краешку на центр краешку. Прошли. Ну, видите, краешки у нас что-то не прилипают. Все правильно. Мы с вами снова берем нашу кисточку. И от центра, вот прям с новым клеевым ПВА проходим. Он будет казаться вам немножко таким грязным, белым, но когда клей высохнет, выяснится, что он прозрачный, и он как бы даст прочность нашей салфеточке. Тоже от центра к краешку прям берем и проводим кисточкой. От центра к краешку все время. Главное, много прям пройтись по краешкам. Всем видно? Кто-то уже вообще не смотрит, друзья мои, не получится, да? Проклеили, смотрите, чтобы хорошо. Тоже можно еще погладить сверху, да? Чтобы очень хорошо наша салфеточка прилипла к нашим часикам. Вокруг у нас уже все красиво. Дедушка Мороз у нас уже хорошо приклеился. Главное следить, чтобы было, ну, не очень много складочек. Они все равно будут появляться. Но когда клей высохнет, складочки должны убраться. Видите, у меня остался совсем небольшой краешек до Деда Мороза. Снова взяли нашу губку. И вот эти краешки аккуратненько прошли по ним, да? Чтобы пустого места не оставалось. Все это сделали. Дальше начинается самое интересное. Смотрите на наш крокелюрный лак. Если он блестит, то пока еще класть сверху краски не надо. Можно подуть, чтобы он быстрее высох. Но там, где он начнет подсыхать, мы с вами берем другую палитру, светленькую, смотрите, да? Там, где у нас светлые краски. И еще у вас у всех лежат, либо вот тарелочки, да, либо такие крышечки. Эта штучка специальная, это будет нашей палитрой. Мы с вами не вот здесь вот мешаем краски, а берем как ложечкой краску, да, положили к себе на палитру, вот она у нас, да,
Но белой будет скучно. Я вот хочу, чтобы она у нас была немножко голубая. Какие цвета смешиваем? Только один человек знает, как голубой получить. Белый и синий. Белый и синий, хорошо. Да? Что-то она очень светлая у меня. Я побольше возьму. Да? Вот уже красивый цвет. И дальше кисточка, у вас ручка должна стать легкая, как бабочка. Вот не такая тяжелая, как слон. Попорхайте ручками в воздухе. Вот чтобы вот сейчас прям попорхайте. Посмотрите, легкая-легкая ручка, почувствуете? Она вот, смотрите, чуть-чуть, да, дотрагивается до нашего лапа. Если она будет тяжелая, лап применется, трещинок не получится. И мы с вами наносим, смотрите, аккуратно-аккуратно. Видите, где-то будут расходиться пятнышки. Когда начнет краска подсыхать, пойдут трещинки. Но ручка должна быть легкая-легкая. Пятнышки уже и трещинки не закрашиваем. Они такие и должны быть. По всей, да, прошлись, закрасили сверху. Смотрим еще, чтобы наш цвет сочетался с картиночкой. Если есть, например, у нас там зеленоватый цвет елочки, прекрасно, можно сделать в нашей палитре светло-зеленый, да, вот такой прям, смотрите. Тоже пройти синий. Пускай краски играют, это здорово, когда они будут немножечко переливаться, как будто жемчужинка, тем красивее будут часы. И все наши часики становятся из темного более светлым. Темной остается только наша картиночка. После этого, вот все уже у нас красивое, светлое, мы берем с вами снова нашу губку, немножко окунаем в темную краску и проходимся, друзья мои, называйте это как детинирование, то есть придание тоже старины. Только по краям наших часиков мы как будто рамочку делаем. Губка у нас сухая, не лезет она в водичку, да? Только немножко в краску. Но можно еще циферки подчеркнуть, да, чтобы они были красивые, чтобы выделялись. И можно пройтись вот вокруг нашего Дедушки Мороза, чтобы переход был не очень заметный. Когда мы уже краешки сделали, рамочка есть, все часики красивые, сейчас внимание больше всего родителям. И взрослые дети, конечно, кто будет сам делать механизм. А, нет, стоп, есть еще одна вещь. Когда все готово, подсохло, чтобы ваши часы сохранились на долгие-долгие годы, да? Чтобы вы уже тоже вырастите, у вас уже будут свои дети, а у вас будут висеть только часы, вы говорите, это я сделал, да? Мы должны все это сверху покрыть укрывным лаком. Вот такой у нас есть, да? А мы тоже его разольем. И вы будете, берете большую кисточку. Здесь главное ничего не смазать, да? Прям немножко выберем и все движения просто вот примакиваем чуть-чуть. Начинаем, да? То есть, ну, можно прогладить нашу салфетку. Вот закрепит все, не даст краскам потускнеть. И можно будет даже протирать. Мыть часы, конечно, не надо, вряд ли кто-то моет из вас часы, но протирать их точно можно будет. Начиная с салфетки, краешком примакивая, мы с вами делаем часы. После этого мы достаем наш файл, который мы очень берегли. Помните, да, что с ним нужно сделать? Сразу свернуть и убрать, потому что если что-то потеряется, друзья мои, ничего не получится. Достаем механизм, вот он. Достаем вот такую круглую маленькую штучку резиновую. Кладем резиновую штучку на механизм и вставляем в наши часики. Вот видите, там кнопочка появилась. Дальше мы из нашего пакетика достаем очень красивую золотую шайбочку вот такую, да, одели ее. Дальше у нас с вами есть вот такая гаечка, и мы
вдруг родители, да, помогут, кто не сможет, ее обязательно хорошо закрутили, да? А дальше мы с вами достаем стрелки. Какая стрелка в часах самая короткая, кто знает? Часовая, да, смотрите, вот у меня есть три стрелочки. Самая маленькая показывает часы. Побольше, что показывает? Минуты. А самая длинная? Секунды, конечно. Начинаем с самой маленькой. Начинаем всегда с часов. Одели на наш механизм. Он у меня упал, я плохо закрутила. Так, чтобы он щелкнул. Это обязательно. Вы слышали щелчок? Значит, все идет правильно. Дальше одели вторую стрелочку, минутную, да, среднюю стрелочку по длине. И самую последнюю, да, она такая с кнопочкой, секундную. Одели, сфотографировали, сказали спасибо от радио за прекрасное проведенное время. И счастливые пошли. Единственное что, друзья мои, лак сразу просохнет, не успеет. Не убирайте его сразу в пакет. Заходите с вашими часиками какое-то время вот так. Они достаточно быстро сохнет, но полчаса все-таки им нужно. Итак, что мы делаем с вами сначала? Кто помнит? Что мы берем сначала? Заготовку. Потом что берем? Губку. Наносим темную краску везде, кроме центра. Да? Потому что в центре будет салфетка. Смотрим, чтобы цвета попадали, ну, вот в такие темные цвета салфетки. Понятно? У кого были вопросы, давайте отвечу. Да. Да, светлую краску наносим. Поверх всего темного только краски. Салфетка так и остается не закрашенная. Есть еще вопросы? А, вот, да, только мне придется... Да, у меня часы наоборот, молодцы. У вас будут правильные часы расположены. Они ко мне просто, я посмотрю со своей стороны, да, а показываю вам, вам получается в зеркальном отражении. Итак, друзья мои, вы садитесь на места, но вы уже на них сидите. Мы вам раздаем файлики с вашими инструментами, да? Вот это тоже будет дело. Только туда докиньте, пожалуйста, губку. И раздаем часы. Ура! Все, между рядами сразу, смотрите. Между рядами. Мы достали с вами губку, кисточку и салфетку. Остальной механизм мы сразу убрали. Часики сразу положите так. Честно, не знаю. Давайте я пока зеркало часы даю.
Да-да-да, сейчас всех все достанется. А все бы там вот роду не хватило? Так. Друзья мои, вот нужно выполнять в той самой последовательности, про которую я вам рассказывала. Крепкий берем, да, начинаем выполнять. У нас посередине, да, наши тарелки. Сначала все, да?
Сюда, дайте, пожалуйста, вот сюда. Так, отлично. Смотрите, вот не очень толстым, но и не очень тонким. Подожди, Софа. Сейчас я увидишь, где у тебя лапа. Да, да, да.
Да,
какой-то. Не знаю. Нет, это конечно, стиль. Зачем же ты столько? Матон. Зачем ты сходишь в пешкрасе? А следующий у нас что, какой этап? Я сказала, это хорошо. Мы наклеили картинку дальше. Ooh.
А вот здесь есть. Вот давай, куда она обратно? Мама, я плохо помню. Коричневый не понравился. Да, да. О, след.